написано мною спеціально, точніше, це така відсилка до Вертинського, тому що у нас була така концепція бюро приламляється з течением спектакля, спектакль як такий некий срез времени, то есть начинає бюро в своїх романсах петь как Вертинский, потом он поет, имеется в виду манера исполнения, именно мелодический рисунок. Вертинский, потом это Агафонов, а в конце Малина. То есть, вот, ну это был замысел режиссера, он хотел показать какую-то такую преломленность, превращение такой как у Кафки со всеми персонажами этого спектакля, балаганчик, вот, и в том числе вот метаморфоза Пьеро, а изначально он пел вот так. Неверные дети сквозь улицу сон протянулась незримая цель. Тянет, тянет, бессмертный.